Большая вечеринка, свидание, слепую неделю. СМС-ок сегодня потанцуем. Но скажи мне, Урсула дорогая, как же я среди толпы тебя узнаю? О, мой герой, я буду в синем платье у меня с собой. Корона, стрелы, знамя и тысяча мертвых девственниц плетется за спиной. Не обращай на них внимания, дорогой, увидимся. Окей, привет, все пишут смс-ки в этом клубе. Нет свободного места, сколько чувств светошумовых. Как я найду тебя среди остальных? Это я, Варфоломей, меня узнать несложно. В руках я держу собственную кожу, никуда без нее не хожу. Постоянно в руках держу, увидимся. Я задержался, Катя, тут был такой скандал. С дыбы на пати, с корабля на бал. Что ты оденешь сегодня, моя малышка? Что если я тебя в толпе не увижу? Слушай, я тут не одна, я с подругой тоже, Катя. У нас одинаковые платья, два одинаковых лица, два одинаковых кольца. Она монашка, но на трио соглашается. Увидимся! Вечер в разгаре, каждой твари по паре святой. Михаил играет на гитаре слишком громко. Кто-то продолжает писать СМС. Маша, как тебя узнать? О, проще простого, длинная коса, да правая нога распятого Христа. А еще мира в алебастровом сосуде. Не-не-не, это не я, не отрезанные груди, а череп и яйцо. Ты закажи самбуку. Да и нет, я сказала, ногу, а не руку. Увидимся. В Париже самолет подзадержали, я уже в такси. И скоро буду в зале, ты узнаешь меня легко. Да, конечно, есть особый прикол. У меня в руках будет голова, моя собственная голова. Узнать очень легко, ты права. Увидимся. Отличный вечер, мне кажется, или сам Лаврентий танцует рядом с грилем. Глаза на подносах сервируют Люси ради древней эстетики публичного насилия. ФНБ, Адельгейды, чай и жертвенный дым, Аполлония с щипцами и малым коренным. А в животном уголке Ефимия с медведем. Елисей отзвонился, он с детишками приедет. Агнеса с овцой, ведь с красным петухом. Не очень правда, понятно, кто при ком. Приезжай, малышка, разберешься сама. В любом случае, это просто чума.